Так, Григорий, Георгий, я произвел расчеты над этим божественным телом и пришел к одному очень весомому выводу. Ага, то, что ты на фотографии в паспорте страшный, да? Ну, нет, но... Да, страшный получаюсь, но это все к этому делу не имеет отношения. Я говорю о суперспособностях. И какой? Ты сейчас будешь шокирован, все в зале тоже, но я умею летать. О, Господи, и каким же магическим способом ты пришел к этому выводу, папа? А всего лишь основываясь на личном опыте. Рассказать? Давай, вперед. Представь себе. Поезд, Копейск-Каргояж, плацкартный вагон, ночь. Я еду на верхней боковой возле, ну, сами понимаете, чего. Здесь как поезд тряханул, и я с этой верхней полки не упал, а полетел. А, ну слушай, сомнительный аргумент на самом деле. Еще что-нибудь есть? Есть еще один бесспорный аргумент, это мой нос. Ну-ка, повернись ко мне, ну. Слушай, Вань, ну то, что ты в школе еще о ступеньке ударился, твой нос не делает клювом. Совсем. У него, между прочим, идеальные аэродинамические особенности, он просто предназначен для полетов. В общем, так, я уже все решил, взлетная полоса есть. Беру разбег вот здесь, лечу над залом. Друзья, снимайте, пожалуйста, на телефоны. Ну, это на самом деле уникальная возможность. Человек летит над вами, это не каждому дано такое снять. Да, друзья, достаем телефоны, в крайнем случае на YouTube выкладывайте, потом вместе посмеемся. Ну, кроме того, третье место после Гангам Стайла и Гангам Шейк обеспечено. Давай, птичка, аплодисменты в зале. Лети давай, лети давай. Готовы, да? Готовы? Нет, а не слышу. Если что, тут... Вот. Ловите чуть-чуть первые ряды, я могу чуть-чуть это проседать. Раз, два, стоп, ребят! Вы чего творите? Я не понял, вы чего? Уйдите, вечно ходящие люди, я буду летать. У этого есть суперспособности, не спорьте. Для таких суперспособностей скорее вызывайте суперскорую помощь! Подождите, я решу эту проблему. Ну давай, лети. Только это уже не оригинально. Да-да-да. Я просто хочу сказать, что уже есть те люди, которые покорили небо. Они умеют летать и даже делать разные крутые штуки в воздухе. Слушай, я понял. Похоже, мы просчитались кое-где и не учли исторический аспект проблемы полета человека. Да-да-да-да. Но наверняка же они начали летать сразу после падения метеорита. Не совсем. Они у них появились гораздо раньше. Встречайте акробатическую группу «Винцель», руководитель Александр Зеленко.
Василию Александру, Зеленко и Светлана Стрелкова.